16 ноября отмечают Международный день рукоделия. Это праздник тех, кто умеет создавать необычное из привычного, кто творит красоту своими руками. В Центре развития творчества детей и юношества станицы Северской действует объединение «Креативное рукоделие». В кружке у нас занимаются дети от 7 до 13 лет. В основном у нас дети занимаются вязанием спицами, крючком, на вилке. Мы делаем очень много различных ковриков и поделок. Приобщаем детей к творчеству, чтобы они уважали и ценили свой труд. И детям очень нравится делать подарки своими руками. Поэтому мы стараемся каждому празднику делать какие-то свои подарки. Каждый мастер через свое сердце, через наполненность своей души пропускает свои работы, наполняет их любовью. Эти изделия всегда поражают, заставляют смотреть на мир другими глазами. Рукоделие – это такой процесс очень душевный. Ты приходишь вроде бы такой уставший, а потом сел, творчески поработал, и тебе приятно и спокойно на душе. А когда ты еще подарил кому-то свою работу, это просто непередаваемое ощущение и впечатление. Такого нельзя купить ни за какие деньги. Творчество побуждает людей радоваться, замечать красоту в обычных вещах. Подделками, сделанными своими руками, можно украсить дом. Настоящая жизнь невозможна без этих рукотворных чудес.